Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Самарская шпажистка на международном турнире в Испании заняла второе место. Самарский дзюдоист стал первым на первенстве вооруженных сил. Самарская первая школа Олимпийского резерва выиграла баскетбольный кубок. Первая школа Олимпийского резерва выиграла первый баскетбольный кубок среди 10-летних спортсменов. Кроме самарской команды за призы играли еще 5 коллективов из Тольятти, Москвы и Волгограда. 100% победный результат показали чемпионы. Судьба второго и третьего места определилась только в заключительный день соревнований. В итоге серебро у волжанина из Волгограда, бронза у 7-й спортшколы Самары. Не подкачали баскетболистов и дзюдоист. Артем Фоменко выиграл первенство вооруженных сил в супертяжелой весовой категории. Положили в медальную копилку свои награды и его коллеги по команде. Серебро Ислам Нафедзе, в бронзу Константин Шишков и Михаил Мочелов. Конкуренцию за места на пьедестале почета самарской сборной составили более сотни борцов из Оренбурга, Ульяновска, Челябинска, Рязани, Саратова, Астрахани, Волгограда, Уфы, Йошкар-Олы, Ижевска и Москвы. Двойной успех празднует и самарская фехтовальщица Ирина Охотникова. Завоевала на международном турнире в Испании серебро и бронзу. Шпажистка в Бургосе заняла третье место в личном зачете и второе в командном. В финале сборная России уступила Италии с разницей всего лишь в один укол. Бой закончился при счете 33-32. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.